Всем привет! Вот очередная задумка для работы под жесткостями. Вот. Хотел я вот из этого инструмента сделать тоже ковырялку, но что-то передумал. Тут точить долго и нудно. Сейчас лето, жарко. Как бы вот что-то подручное надо, нужен широкий китовый хвост. Вот таких ключиков у меня несколько, потому что пистолета вот тут куча. Вот, и как бы один лишний нашелся. Попытаюсь, у него толщина металла 3 мм, он довольно-таки прочный материал. Попробую сделать вот так вот китовый хвост себе широкий. Может быть и получится. Вот, а не получится, значит вы увидите, знаете об этом первые. Вот что-то типа такого я вот срисовал с настоящих китовых хвостиков. Вот, опять же, тут он даже вот 4 миллиметра у него, а у меня 3. Так что, в принципе, широкую ковырялку, я надеюсь, можно будет сделать. Пробуем. Как говорится, где наша не пропадала. Надо попробовать сделать инструмент. Вот это вот у нас получается пока лишнее. Вот. А вот таким вот Макариусом будет у нас заготовка для инструмента. У меня китовые хвостики, которые есть, они как бы все узкие и намного уже, чем вот этот. Вот теперь моя задача разрисовать и по нарисованному выточить или вырезать, я не знаю, как правильно получится. Вот, вот такой вот с широким жалом китовый хвостик из этого дела. И будет у меня очередная ковырялочка. Ну вот, продолжаем. Значит, вырезан был трафаретик. Я его перенес вот так на железочку. И теперь болгарочкой буду его равнять до нужных размеров с обоих сторон. Вот, посмотрим, что дальше будет. Ну вот, одна сторона готова, я ее выставил, и вот запилился как бы вровень. Вот таким образом. Потом надо будет вот эту часть крючка заточить аккуратно на конус и попробовать работать. Естественно, приделать ручку надо будет сначала. Пока что он остынет, и надо будет делать вторую часть. Вот то, что должно быть, то, что есть, еще не хватает. Вот, долго ли, коротко ли, сказка сказывается, но дело делается. Вот получился такой красивый топорик. Сейчас немножко его надо доработать, приделать ему ручку. И получился у нас китовый хвостик. Значит, у него толщина вот это 3 миллиметра. Ширина. Сейчас посмотрим, сколько. Ширина получается 10 миллиметров. Вот. А ширина здесь топорика 35. Посмотрим, что из этого у нас получится. Но мне нужна вот такая маленькая, вот такая вот ковырялочка на краях крыши, на краях элементов, где-то вот залазить. Как раз вот мне такой ковырялочки не хватает. Теперь надо еще сочинить, какую к ней приделать ручку, чтобы удобно было работать. Ручка, конечно, я думаю, была бы неплохая какая-то вот такая. Вот, но у меня вот эта отвертка, на нее у меня другие планы, с нее тоже типа китового хвостика можно сделать или какую-то другую ковырялочку. Уж больно хороший тут металл, вот. Поэтому пока что будем придумывать по ходу пьесы. В этом случае вот я срисовал отсюда от крючочек, единственное, что он
У нас что получается? Вот 180. Вот такой вот чертежик. Здесь 115 у нас длина и 180 общая, да? Вот 32, а ширина вот это у нас 35. Здесь 8, у нас здесь 10. А здесь у нас 115, а у нас получается тоже у нас получается 115. Вот. Вот он такой получился у нас. Подсмотрел я крючочек. Почему я его делаю? Потому что вот 6290 цена у него. И А1, вот она фирма. Это не самая дорогая. То есть, извините. У меня такой крючочек очень-очень долго будет окупаться. Может, морально он окупится в первые 2-3 минуты. В чем я, конечно, сомневаюсь. Вот. Поэтому я его все-таки, вот этот крючочек, хочу сделать сам. Единственное, что вот это я размер, здесь 8, у меня я сделал 10 пошире. Посмотрю, если что, в конце концов, что, проблема его взять, точнуть. И он у меня получился немножко вот здесь. И от вот этого места до вот этого немножко, как он чуть широковатый. По краям вот в этих местах и здесь на краю он как бы к восьмерке приближается, а серединка вот эта десятка. Ну, в принципе, это можно устранить довольно-то легко. Взять наточили его, чуть спрямить. Вот, мы видим, он чуть-чуть тут как бы вылазит за пределы. И здесь вот так. Ну, я надеюсь, что это на работоспособность не повлияет. Вот еще раз покажу. На конус я его тут немножко сточил. Вот. И толщина здесь тоже вот у нас тройка, и у нас тоже 3 миллиметра. Вот, собственно, я ничего не выдумывал, попытаюсь сделать. Теперь надо приделать вот такую вот ручку к нему. Или что-то похожее, приварить и работать. Но вот мне вот этот момент не нравится, почему выступает. Я думаю, что ручку я сделаю немножко под наклоном ниже. Как бы снизу приделаю к нему ручку. Вот, чтобы она вот этим местом не мешалась. Ну, посмотрим, что получится. Продолжаем работу. Значит, берем вот такой кругляк. Вот, немножко его сгинаем, плющим. Вот так видно, да? Молоточком слегка подплющиваем и будем имплантировать вот так. Приваривать и делать ручку. Я думаю, что где-то вот как-то так будет это выглядеть. Вот таким образом буду приваривать. Вот очередной этап работы. Как я уже говорил, я решил ручку немножко сделать как бы отклоненную. Сейчас отпиливаем лишнее, стягиваем и привариваем. И будет такая вот своеобразная ручечка. Вот такая вот получилась неказистая штучка у нас. Как сказал мой один вошедший знакомый, хорошая получится чесалка для спины. Вот сейчас мы ее обточим чуть-чуть и в бой посмотрим, что из этого получится. Вернее, что уже получилось. Просто такой как бы неприятно в руки держать. Сейчас лишнее надо сточить. Оно здесь ни к чему. Вот убрать и попробовать, как он себя поведет в работе. Вот то, что у нас получилось. Вот такой вот крючочек. Как я уже говорил, я его сделал, чтобы он был немножечко с вот таким, как бы здесь вот ровно-ровно, а здесь чуть-чуть он уходил, как бы неровный был. Ну,
Вот я прикладываю линейку. Или даже нет. Вот так я его ставлю. Вот видно, да? Чтобы он был немножко вот так. Вот неровным был. Почему? Потому что, чтобы вот этой частью не цепляться, возможно, даже в этом месте надо будет немножко еще доработать и загнуть. Вот. Ну и в итоге, что у нас получилось? Получилось у нас вот что. Значит, 35 у нас. Вот это окончание у нас 35. Здесь у нас 10 миллиметров ширина. Вот ширина 10. Где-то вот по краям в этих вот местах. Здесь и здесь может быть 9, 10, да? Толщина 3. Ну, здесь толщина как роли не играет. Здесь толщина у нас, по-моему, это пятерочка. Да, тоже нержавейка, пищевка. Пятерочка. Это мы сделали из вот такого вот ключа. Маляры все эти ключи знают. Это ключи для пистолетов, для разборки, сборки покрасочных пистолетов. Ну, а ручка, я уже говорил, из прутка сделана. Вот, собственно, и все. Ну и длина его общая у нас получается порядка, как вот там пишут, 180. У нас примерно, наверное, где-то 170 может. Или 165-170 длина. То есть, если взять вот этот вот, то у нас вот эта длина не 180, может быть где-то 170 порядка. Сейчас померяем. Нет, 150, 160, где-то, наверное, 170 получается. Вот, вот такая ерунда. Здесь вместо восьмерки 9-10 где-то. И вместо 32 ширина жала, 35 диаметр. Точно так же у нас троечка. Вот, конечно, хорошо было бы иметь пластизоль. Из него сделать красивую такую же ручку. Вот, я специально сделал пошире вот этот захват. Не знаю, как-то мне вот он сразу, скажем, приглянулся, что ли, этот момент. Ну, ручку можно, если что, доработать. Вот такой получился крючок. Скажу по секрету, я уже пробовал его. Вот, попробовал, все нормально работает, все хорошо, все отлично. Вот, так что, как бы, рекомендую. Можно сделать. Ну и опять же, почему это все делается? Потому что вот такая вот, ну, цена. Я бы сказал, что для меня она, ну, не то что неприемлемая. Да, я могу купить, но так еще вон сколько крючков всяких разных, которые можно купить. Или вот 4990, ну 5000, 5000, 6000 за крючок. За хороший крючок всегда просят хорошие деньги. Вот, 6200. Вот. В наборах, конечно, они несколько подешевле, но все равно. Все равно. Ладно, продолжаем работать и смотреть фильм, вот, фильм из детства. Ставка больше, чем жизнь. Кто, так сказать, 60-х, 70-х годов рождения, вот. Те прекрасно помнят этот фильм. Я вот давно его не смотрел и решил с удовольствием посмотреть. Рекомендую нашим одногодкам вспомнить молодость. Вот, ставка больше, чем жизнь. Потом я смотрел до этого «Четыре танкиста и собаки». Ну что, прикольно посмотреть. Уже давно забыто это все. Артисты. Раньше все играли и в немцев, и в партизан. Ладно, не будем отвлекаться. Вот такой инструмент я сочинил. В дополнение мне не хватало вот такого короткого инструмента с широким жалом, с таким вот. У меня есть они, но вот просто покажу для сравнения. Да, у меня есть вот несколько таких. Но этот, как мы видим, его превосходит практически на целый сантиметр. А этот меньше тоже на сантиметр. Вот они
разной длины у меня здесь. Ну, я думаю, если будет необходимость, я увеличу количество и качество крючков. Как бы раз надо, значит надо делать. Ну вот, в итоге всем спасибо за внимание. Пишите, советуйте, ставьте лайки. Всем пока. Сори, еще маленький поскриптум. Пришлось вот эти края у меня были более острые, и пришлось их, соответственно, подзакруглить. Почему? Потому что стало накалывать. Но опять же, как вы видите, один край у меня, правая сторона, немножечко острее сейчас сделана, левая более закругленная. Ну, я думаю, что так будет для меня лучше. Когда надо поострее, будем одним краем работать, когда надо более плавно поверхность поднимать и большую поверхность, надо действовать левым окончанием. Ну, вот как бы вот так, я думаю. Еще один по скрипту. Поработал немножко, вот, если тут видно, кусочек деревяшечки, пришлось засунуть туда. Кусочек деревяшечки вырезать и обмотать изолентой. Сейчас стало более приятно работать, поскольку немножко как бы пруток этот неприятно в руку. Вот, и я решил вот так доработать. Тут еще у меня, конечно, палец я пару дней назад повредил. Вот, конечно, он как бы мешает сгинаться, разгибаться неприятно. Ну, вот так получше. А по ходу, конечно, тут какую-то ручку, типа вот для пальцев, чтобы вытащена, и вот здесь вот, в этом месте прилегания, потому что пруток как бы немножко неприятно. Но опять же, надо к любому инструменту еще привыкнуть, чтобы ты к нему привык, и он к тебе привык. Ну, вот, как говорится, я думаю, что с доработками все. Я уже как бы работаю им. Вот крышу Камри делаю. Вот здесь усилителей хватает на крыше. Положу пока. Вот как мы знаем. Вот тут их куча. Один, второй. Тут двойной, опять одинарный. Опять вот тут под фонарь. В общем, богатая на усилители машина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть усилителей на крыше. Для чего, честно говоря, непонятно. Особенно... Вот это вот для фонаря прям, ну, не знаю, зачем это делалось. Под фонарь такой усилитель. По-моему, немножко перемудрили. Ну вот, судя по крыше, по царапкам, видно, где, так сказать, работалось, а где еще не работалось. Вот так. Так что, вот, в нашем полку прибыло.